В интерактивном кабинете собрались самые преуспевающие по точным предметам ученики и их родители. С приветственным словом ко всем обратился заместитель директора по управлению персоналом Смоленской атомной электростанции Анатолий Терлецкий. Учитывая, что оценки хорошие, значит, эту работу вы выполняете достойно. И, как говорят на предприятии, достойно еще и премии дополнительного вознаграждения. Хочу пожелать, чтобы это не последний был удачный проект, в котором вы приняли участие, и не последний раз мы вас поздравляли и вручали вам заслуженную награду. Он наградил ребят почетными грамотами и подарками от концерна «Росэнергоатом». Родители получили благодарственные письма от директора Смоленской АЭС Павла Лубенского за достойное воспитание детей. По словам ребят, они почувствовали дополнительную ответственность, став участниками программы. Эти призы, они очень важны для меня не только в том плане, как призы, но в том плане, как еще и достоинство за то, что я смогла окончить 7 класс на... Все отлично, на все пятерки. Это для меня стимул, дает полную веру и надежду, чтобы в 8 классе не скатиться до другого уровня, а остаться на этом же. Я очень рада, что поучаствовала в этом мероприятии, потому что такие призы очень стимулируют дальше учиться на длинной пятерке. С помощью этого проекта талантливая молодежь будет ориентирована на атомную отрасль и, возможно, свяжет свою дальнейшую судьбу с энергетикой.